96-й день рождения отметил участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Орехово-Зуйского района Михаил Афаняев. Поздравляем. А я без галстука. Вот, да, здравствуйте. Ты же не знаешь, что надо в галстуке. Принимать поздравления всегда приятно, даже если слышишь их далеко не в первый раз. Поздравить Михаила Афаняева с 96-м днем рождения приехали руководители администрации, депутаты, начальники организации и управлений. В дружеской обстановке гости пообщались с именинником, пожелали ему крепкого здоровья и долголетия. Поздравили с днем учителя. Михаил Иванович 15 лет проработал директором профессионального училища номер 41. Его жизнь – пример несгибаемого характера и силы воли. Даже в своем преклонном возрасте он продолжает заниматься общественной деятельностью, вести домашнее хозяйство. Чтобы облегчить ветерану домашние хлопоты, гости подарили снегоуборочную машину. Ура! 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 Михаил Иванович, здоровья главное!